Привет! Уральская весна радует нас. Ручеек кайфово бежит. Ляпота. Все как обычно в лесу. Воздух, птички, все дела. В общем, пришла пора поменять мне зимнюю обувь. Перед сезоном заехал в магазин. Ну, где-то так. Там, да, перед сезоном. Думаю, надо что-то себе прикупить, себя побаловать. В общем, поехал, туда заехал, сюда заехал. Всякая шляпа. Ну вот, всякая шляпа. Думаю, дай-ка заеду в робок. Заехал, смотрю. Вот я прошелся сразу, вот у меня бах. Вот это первое, что мне попало на глаза. Во-первых, это дизайн. Во-вторых, это цвет. И еще там одна пара. И потом я выбрал еще одну мелкому. В общем, контора называется Nine Lines. Фирма, которая производит обувь. Говорят, российская. Я, в общем, ее взял в руки такой, цвет огонь, дизайн огонь, напоминает ботинки такие егерские, горные. Ага, что у нас там с подошвой? Хуа, что такое, давай там. Я обычно вот так делаю. То есть я не парюсь, обувь надо проверять. Подошва, смотрю, огонь. Минус сразу. Тяжелые, вот это тяжелые ботинки. Если вот сюда мех добавить, то есть это будут унты. Вот так должны выглядеть хорошие зимние ботинки. Смотрю, размер 40, 39 нет. Я сразу опечалился, думаю, блин, да как так-то мне вот вообще вот постоянно мне вот эти вот невезения. У меня нога маленькая, и у мелкого тоже небольшая нога. Я такой, давайте я сейчас померю. Я говорю, меньше есть, она говорит, нет. Я, ну давайте, что есть. В общем, я одел, носок еще тонкий был. Думаю, блин, они мне великоваты. Я такой, что я могу сделать про себя? Ну, добавил сюда, короче, две стельки. И толстый, хороший такой носок. Прям толстый-толстый. Они мне все равно, так, в принципе, пойдет. То есть, по большому счету. В принципе, пойдет, зайдет. Я в них проходил вот весь сезон, в минус 30 стоял, ходил в минус 30, там и 20, и 25. У меня ноги ни разу не замерзли. То есть вот на сегодняшний день это одна из немногих качественных вещей, которые я могу порекомендовать. То есть Nine Lines вообще молодцы. Вот именно вот эта модель, и есть еще одна модель у меня, я попозже потом отдельный обзор сниму. Там более классические ботинки. Так как я модный чувак, я выбираю обувь, с чем я буду носить. То есть, ну как, ботинки-то, конечно, ты купил, а с чем ты будешь носить? То есть, это сюда джинсы и теплые зимние штаны типа горнолыжки. То есть, ну вот так вот, потому что зима там дула так и был мороз, то есть, кокошки вы точно можете отморозить. Вот, и я проходил всю зиму, был очень доволен. Как только наступила весна, ну, естественно, пришлось их снять, одевать что-то полегче. В смысле по температуре. Потому что если ты заходишь в магазин, на ноге становится жарко. Гулять еще как бы можно, а вот уже ногам становится жарко. Ну что, начнем. Подошва. Подошва огонь. Вот так вот она выглядит. Удобно, комфортно. Здесь прошит рант. Высота примерно где-то 3 сантиметра. То есть вы уже где-то, если вдруг какая-то там жидкость будет, то есть вы пройдете, на кожу не попадет. Это большой плюс. Все тут проклеено, все нормально. По скользоте. Когда случилось у нас там гололед, то есть растаяло, а потом все заморозило, ну, естественно, я себя чувствовал как корова на льду, но это касается любой обуви. Я просто сюда наклеил лейкопластырь и попер дальше. Но у нас там вот есть один спуск небольшой так у дома, то есть там надо было аккуратно. То есть если что-то не так встал, то ты сбрякаешь. Ну, это, в принципе, у любой обуви. То есть аккуратно надо ходить. Выделка кожи хорошая, то есть цвет приятный, внутри мех такой, не экономили они, достаточно такой, ну, пойдет. Сзади вот здесь вот на пятке тоже присутствует мех, я уже, конечно, его там потер маленько, но сам факт остается фактом. Кожа мягкая, удобная, комфортная. За вот весь сезон хождения в этой обуви у меня ни разу не замерзли ноги. Я бывал там, в принципе, ну, наверное, минут 15 я точно стоял, а это, в принципе, в минус 30 это достаточно серьезно. Ну, ты сегодня где-то прошелся, то есть еще что-то. То есть ты сразу чувствуешь, у тебя кирдык на ноге или не кирдык. То есть ты можешь просто спокойно стоять, вольготно гулять. То есть, вот это, говорю, это хорошие зимние ботинки. Вот, потом что? Nine Lines. Ну, вы придумайте какие-нибудь названия.
Ну вот рысь, там, медведь, там, Арктика, Екатеринбург, там, Новосибирск, там, Иркутск, Владивосток, там, Москва, там, ну и там что-нибудь такое, там, Ханты-Мансийский автономный округ, там, ботинки бриллиант, там, то есть вот такое, что-нибудь там придумайте с маркетингом, там, это нормально. Они же прикольного дизайна-то, они напоминают горные, кто-то хороший у вас дизайнер-то это придумал. Да, и все сделано качественно, здесь есть чем похвастаться. Я много обуви-то повидал. Я разбираюсь, ну, не сказать, что сильно, но я волоку. Что еще? Сначала меня смутил вот эти две молнии, я к молниям как-то так не очень отношусь. Ну, как-то так. Ну, потом, в принципе, стало прикольно. То есть ты расстегнул вот так вот, и у тебя ножку сюда внес, застегнул. Чик, здесь еще клепка. Хотите защелкните, хотите нет. Вообще огонь-бомба. То есть шнурки вязать не надо. То есть я все равно как шнуркам поближе. Шнурки я что-то один раз там под себя поддел и больше ничего не делал. Сейчас вот единственное, что надо сделать. Почистить, там кремиком помазать, и будет бомба. Вообще, по идее, надо иметь несколько пар обуви. То есть, чтобы вот вы, допустим, день поносили, на чтобы обувь отдыхала. То есть, ну, конечно, там бывают морозы, там хоть валенки одевай. Это особенно это показала эта зима, то есть у нас такая бодрая, давно такой зимы не было. Она была, во-первых, снежная и морозная, то есть это очень радовало нас. Вот, номер там скажу, то есть номер, да, вам сказать надо. Номер у нас получается здесь, как засекреченная обувь, понятно, какая-то секретная обувь. 73-32-3, то есть двойка и 40-й размер. И, блин, ну сделайте вы 40-й размер. 40-го размера много у людей. Особенно кто невысокого роста. У меня 40-й размер, у мелкого 40-й размер. Да много кто 40-й носит. Это все подростковый возраст. И ботинки огонь. Вот как-то так, вот такой обзор. В принципе, за эти деньги, что-то там в районе 6 косарей, ботинки бомба. Я брал там что-то сразу три пары вот этой конторы. Я взял себе две, одну мелкому. Все 40-го вообще доволен. То есть вот это можно прямо вот гордиться. Да, кому-то может дизайн не зайдет, но зачет. Вот это вот зачет. Потому что говорю, все, что я там видел, такая шляпа. Ну вот реально шляпа, которая не будет ходить. Как вы будете по морозу-то ходить? Вы все равно должны, этот, я говорю, то есть что-то выбирать для себя. Потому что если вы ноги один раз отморозите, вам будет потом капец как неприятно. Я говорю, вот если сюда вот мех добавить, это будут унты. Это стопудово. Вот так должны выглядеть настоящие русские зимние ботинки. Ну, не только русские. Мы можем их экспортировать еще за границу, там, финнам, там, шведам, кому там еще там, канадцам, американцам на Аляску можно. Пожалуйста, вот, работайте. Вот, действительно, если вот это сделано у нас, как там заявлено, как этот, то, в принципе, зачетные ботинки, вообще зачетные. Nine Lines, зачет, молодцы. Так что вот, в общем, как всегда, выбирайте правильно, смотрите, не торопитесь с покупкой обуви, то есть походите, померьте, там в магазине походите, обувь померите. Мелкий вот у меня тоже такой хитрый. Я говорю, вот ты, удобно, да. Я говорю, тебе в них надо ходить. Ты понимаешь, говорю, тебе, чтобы они не натирали, там еще что-то, там какие-то моменты, чтобы ноге комфортно было. Вот я отходил всю зиму, я был еще в диком восторге. Я, у меня давно такое как бы удовольствие, вот, действительно, чтобы я просто ходил. Но действия они тяжелые. То есть, ну, с одной стороны, плюс подкачаешься. То есть, ну, вот такая вот тяжесть. Но зато у тебя там, ты не стучишь, зубами не стучишь нафиг. Так что вот так вот. Кому надо, не надо, я рекомендую. То есть, ну, сначала померяйте. То есть их нужно мерить. То есть сейчас зима закончилась, пойдут скидки всевозможные. То есть, ну, у Nine Lines не все надо. То есть вот эти вот огонь, то есть надо смотреть. Я не могу сказать за все модели у них, потому что они там тоже, наверное, как и все остальные производители, где-то хитрят. Но есть вот это вот топ. За свои деньги это топ. Дизайн, тепло, универсальность и комфорт. Огонь. Хорошие зимние ботинки. Все, ребята, всем всего доброго, всем пока. Ходите, не падайте.